Привет всем! У меня очередная командировка в городе Химки, Московская область. Работаем на заводе Энергомаш. Мастер реконструкции одного цеха. Сегодня я гуляю. Сегодня 23 декабря. Я гуляю в парке в старой части города Химок. Ну и как обычно с этим видео я решил поделиться с вами, показать город Химки. Парк меня впечатлил своими украшениями новогодними и большой новогодней елкой, которую мы сейчас и увидим, то есть которую сейчас я вам покажу. Как вы заметили, снега здесь нету. Ну и надеюсь, на Новый год может выпадет. То есть если на Кольском полуострове с октября начал заваливать снега и каждый день валит, то здесь что со снегом и морозом туда-то. Я вырос в Узбекистане. И там на Новый год такая же погода без снега. Дожди, слякоть. Ну, такого не может быть. Такого Нового года в Москве тоже не может быть. Нет, должен быть выпал снег.
Мытищах и сравнил непроизвольный парк Мытищи и города Химки. Ну, Химки мне больше нравится, парк он больше. И пространство больше, там заставлено каруселями, и как бы особо не разгуляешься. Здесь как бы и побегать, и на велике покататься можно. Да и красиво, зелени много. В общем, вот такой парк в старой части города Химки. Красивый и большой. Ну, как-нибудь сниму еще вечером прогулку, когда здесь все гореть будет. Покажу вам. Ну, вот здесь это как набережная, не знаю, что. Каким-то озером или речкой.